Всем привет! На связи Спортзания. Сегодня мы находимся на одной из площадок, где проходят наши смены. Это детский образовательный центр «Команда». Сейчас вам все покажем. Погнали! Одним из важных критериев для нас является комфортабельное размещение. Ребята будут проживать в трехместных номерах, у каждого будет индивидуальная тумбочка для хранения личных вещей, а также удобный вместительный шкаф. В блоке находятся два номера, два санузла и душ. Уборка в номерах проводится ежедневно. Актовый зал в команде восхищает своими масштабами и размером. Большой, вместительный, то, что нужно для отрядных сборов и концертов во время смены. Аудитории – важная составляющая качественной смены в спортзале. Ребята проводят здесь ежедневно очень много времени, образовательные и творческие занятия, а также проектные мероприятия. Конечно же, мы находимся в столовой. То, на что мы обращаем особое внимание и всегда с командой сами пробуем еду на каждой из площадок. Здесь ребят ждет пятиразовое, комплексное, сбалансированное питание. Конечно же, не забываем про полдник и сонник. На этом все. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам все понравилось. До скорых встреч в образовательном центре «Команда» на сменах в спортзале. Всем пока!